О, я подключился, у меня ничего не вылетело. Вот он, компьютер за 90 тысяч. Твоя мама хлопает жопой. Хлопай, сука, жопай, жопай. Я только что хотел это пропеть, но подумал, что это будет кринжово. Ёбаный, сидите, блядь, там нахуй. Еще что-то записываете, Паша, блядь, казино крутит 38 FPS, заебись. Блядь. А что мы пойдем делать? Да. Лёш, на мамку ебать. Блять! Она там в гробу 30 раз... А, подожди, Лёш, кстати, у тебя мама жива? Блять, прекрасно, буду вызывать тогда этот... Пегасус. Пегасус. Вертоёбус, да. Кардибобель, блять. Пиздец, сейчас на пикапе хуярить до самолета. Вот они, будни богатого бизнесмена. Ты, блять, кокфейс, понял? Членоголовый. На тебе, обезьяна, блять, с руками. Мы, короче, решили сегодня прогуляться. Какой и нахуй телефон, блядь? Я лечу на ёбаном лазере, блядь. Вот только подлетаю к месту, чтобы въебать грузовик, блядь. И мне звонит какой-то пидорас на телефон, блядь. У меня ракета не запускается, я чуть не въебываюсь, блядь. Звонит пидорас. А ты ничего лучше придумать не мог? 10 самых трагически ушедших от нас персонажей из аниме. Блять! 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 Уярили меня, блять! Нихуя! Есть тяжеловес, снайпер и ловкач. Это не анекдот, в смысле, выбирайте. Блять. Хуёво. Ва-ха-ха, как смешно, блять. Солнышко. Че ты, солнышко, эй? А хули, блять, кусаешься? Давайте я в кому-нибудь тачку прыгну, останови. Ебать, Лёху. Ебать, он так медленно упал. Будешь летать! Поедем или полетим? Нормально, приземлились. Схуяли так поздно. Давно уже, блядь. Да только что, блядь. Только мы... А тех, кто плавал по воде, я бил залупой по голове. О, ёбнул водилу. А похуй, я ему задницу отхуярил. Ну и хуй с ним.